Ученые научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» разработали программный комплекс для моделирования нефтевытеснения. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Настоящее исследование продолжает цикл работ, посвященных изучению особенностей вытеснения нефти в цифровых моделях пористых сред. В одной из последних работ ученые НЦМУ изучили влияние анизотропии фильтрационных свойств на вытеснение легкой маловязкой нефти. Отличие настоящего исследования заключается в том, что мы исследовали именно влияние анизотропии на характеристики нефтевытеснения, тогда как в предыдущих работах мы исследовали только изотропные пористые среды. В рамках исследования был разработан целый программный комплекс, который позволяет проводить фильтрационный эксперимент в цифровых моделях пористых сред. Также учеными НЦМУ был разработан алгоритм, который позволяет генерировать цифровые модели пористых сред с заданными характеристиками анизотропии. Работа носит прикладное значение. В работе были построены, к примеру, карты эффективности нефтевытеснения для различных средств различной анизотропии порового пространства, а также был определен наиболее эффективный режим нефтевытеснения в координатах межфазного натяжения и краевой угол смачивания. В дальнейшем мы планируем усовершенствовать наш программный алгоритм с точки зрения учета влияния статической и динамической адсорбции. Исследование полностью проводилось на компьютере в виде численного моделирования. Результаты работ были опубликованы в Journal of Petroleum Science and Engineering. Елизавета Никитина, Универньюз.